Порядка 12 лет в Беларуси работают молодежные отряды охраны правопорядка. Один из таких отрядов создан в Полоцком колледже Витебского госуниверситета имени Машерова. Ребята работают вместе с сотрудниками ГАИ, а также проводят самостоятельные акции, направленные на безопасность дорожного движения. Одна из таких акций под названием «Движение – это жизнь, если по правилам» стала в колледже традиционной. Студенты дежурят возле остановки рядом с колледжем и напоминают всем, кто намеревается перейти дорогу в неположенном месте, что это не только нарушение правил дорожного движения, но и просто небезопасно. Когда молодежь вообще работает, это очень интересно. Это расширяет твой кругозор, это в первую очередь ты работаешь не на кого-то, ты работаешь на себя. И это огромный плюс, ты общаешься, ты приобретаешь новый опыт, потому что люди есть разные, и самое главное, ты делаешь доброе дело для всех, не только для себя, но и для страны вообще. В Полоцке отряды добровольной дружины созданы на базе 5 колледжей. Среди них отряды патрульно-постовой службы. Трижды в неделю с 6 до 10 вечера ребята патрулируют улицы города, стремясь сделать Полоцк еще более безопасным.